Доброго времени суток. Хочу рассказать и показать вам, как работает подстилка, биоподстилка для животных. Это вот такой вот продукт. Купил я его 2 месяца назад. Вот торговая марка Биоферм. В чем оно заключается? Действие этой подстилки. Она перерабатывает, утилизирует полностью навоз, мочу. Нейтрализует запахи, мешает появлению грызунов и так далее и тому подобное. Плюс в процессе работы эти бактерии выделяют хорошее количество тепла. Изначально я плохо ознакомился с инструкцией, в другом сарае сделал подстилку, но там я неправильно сделал, постелил ее на землю. То есть сидели поросята. Перекопали, смешалось с землей, бактерии пропали, хотя уже начинали работать. В этом сарае тут сидят разные зверюшки. Здесь вот такой вот барбос. Здесь вот подстилочка застелена 2 месяца назад. Около недели запускалась, пока начали бактерии работать. Ну и теперь сарай холодный. Без отопления, без ничего. Ну, сейчас тут температура больше плюса. Тут будут теперь куры у нас еще сидеть сегодня. Следующую подстилку застелил. Сегодня запущу. Ну, а здесь, в принципе, рано сегодня еще переворачивать. Ну, попробуем. Вот сидит такой зверь у нас. О, переворачиваем. И идет пар. Видно, я думаю, да? То есть животное себя чувствует прекрасно. Сарай обогревается. Навоза никакого вычищать не надо. Подстилка, она имеет темный цвет, но это не значит, что она там влага какая-то, мокрота, влага присутствует, ну, во вполне разумных пределах. В общем, прекрасный продукт, меня полностью устраивает. Будем сегодня пересаживать птичек с улицы, потому что уже морозы. Ну, а на такой подстилке, я думаю, будут хорошо нестись. Ну, во всяком случае, товарищ полностью доволен. Спасибо за внимание.